Итак, кумранские рукописи или свитки Мертвого моря, все эти древние манускрипты, оставались в пещерах в течение двух тысяч лет. И вот как они были обнаружены. Два пастуха-бедуина, если я не ошибаюсь, они были двоюродными братьями, приходили пасти овец у подножья скал, где были пещеры. Там они, точно малые дети, устраивали состязания, кто дальше и выше забросит камень на скалу. И вот однажды, один из них бросил камень, а тот не упал вниз. Зато послышался странный звук, словно что-то разбилось. Пастухи удивились. Интересно, что это было? Потому что в пустыне такое не часто услышишь, ведь там повсюду песок. И вот они подумали: А вдруг там какое-нибудь сокровище? Может, мы наткнулись на склад с золотыми монетами или что-нибудь в этом роде? Итак, парни начали карабкаться вверх по скале, пока не добрались до пещеры. Вот что произошло. Почти две тысячи лет пещера была замаскирована, скрыта от посторонних глаз, но ветры и непогода из подваль разрушали маскировку, и однажды в ней образовалось маленькое отверстие. Камень пастухов пролетел сквозь него и попал в большой глиняный сосуд, в котором хранились свитки. А тот за две тысячи лет стал настолько хрупким, что тут же разбился этот звук бьющейся глиняной посуды и услышали пастухи. Словом, они полезли туда и были ужасно разочарованы, не найдя сокровищ. У них в руках были всего лишь старые палки, почерневшие от времени. Кто же знал, что это свитки стоящие миллионы? В общем, пастухи их забрали, чтобы лупить ими по спинам овец или найти им еще какое-нибудь применение. А потом они вернулись к себе в деревню, и слухи о внезапной находке стали распространяться. Однажды один из этих свитков попал в руки антиквара. Тот едва посмотрев воскликнул. Да это же клад! Он сразу понял, что обнаружил сокровище, которое стоит огромных денег. Отправившись туда, ученые нашли множество свитков, а потом и другие пещеры, содержимое которых оценивалось в миллионы долларов и стало одним из величайших археологических открытий в истории. Но нас с вами прежде всего интересует, что именно они нашли и как это открытие ученых лишний раз свидетельствует о скрупулезности еврейских книжников.